Павел Гейм Чаннел. Приветствую, СПТБ! На ваших крадах Portal Revolution. Долгожданная модификация, которую очень долго ждали. Наконец-таки в начале 24 года она вышла в свет. И наконец-то у меня дошли руки сыграть в нее. Очень ждал эту модификацию, потому что она сделана на базе Portal Community Edition, который так до сих пор не вышел в свет. Хотя еще в 23-м году, кажется, обещалось, потом, видимо, перенесли. И теперь неизвестно, когда эта штука выйдет. Но в любом случае, наконец-таки, хоть какие-то плоды творения можно будет увидеть. И первое из них — это Portal Revolution. Я играть буду с русификатором, который заявлен мне как прям супер-мега качественная штука, что прям все по канону следует, с любовью сделан, поэтому надеюсь, что с переводом порядок. Ну, на английском я не рискну играть, потому что переводить долго придется. Ну, давайте что же, начинать уже. Как мы видим, здесь менюшка обновленная. А вот она вообще по-другому, как будто ты не в Portal зашел, в принципе, и лишь декорации, фон выдает, что это Portal. Ну и логотип, разумеется. Так, первый рабочий день. Графическое представление тестовой камеры испытывал. Иди распространять. Ух, шуть. Ну, давайте начинать. Загрузочка. То есть можно сравнить с оригинальным вторым портовым. Какая разница теперь? Первый рабочий день. О, мы можем камерой поворачивать лежа до кровати. Ух ты. Ну что ж. Давайте. Хоть надеюсь, не только этим меня удивят. Насколько я знаю, это приквел к истории второго Портала, еще один, да, кажется, в 90-е годы происходящий, ну, судя по интерфейсу и упоминаниям в главной менюшке, как я понял. Morning, test subject. You have been in suspension for 72 days. The Aperture Science Computer-Aided Enrichment Center congratulates you on your 36-year sleep anniversary. You have been selected as a potential candidate for our Human Emergency Response Team. Please review the agreement provided on the nearby monitor. Эх, да, ног до сих пор не видно. Ну ладно, а где монитор? О, зеркало! Accepted into the Human Emergency Response Team, you will now participate in an advanced difficulty testing track where your problem-solving skills, athleticism, and response to increasingly hazardous conditions will be evaluated. Please press the button to accept the terms. Круто. Подпишитесь здесь. Нет, я не хочу вот подписывать. Thank you for volunteering. The door will open in 3, 2, 1. Как она вообще Чё сейчас было? Как она вообще это нажала? Окей, мы знаем, что наша главная героиня девушка, походу молодая, атлетистка, все дела, будет играться с Portal Gun'ом. Каким-нибудь, наверняка. Ну это же Portal, с чем она еще может тут играться? Так, ну, надо бы осмотреться, что да как. На первый взгляд кажется, что это тот же Portal, только с чуть другим освещением. То есть, глубина вот эта, ну, она ниже, скажем так, уходит. А здесь, видимо, свет яркий излучается, туман рассеивается, поэтому видно достаточно далеко и многое. Окей. Древние технологии лифтов. На подъемной платформе.
Так, опа. Смотрите-ка, здесь стекло разбито. Что-то тут явно не так. Ну, разбиться, никаких людей тут нет. А вот и нормальный лифт, походу. Что ж, нас, походу, ждут частейки загрузки. Но довольно быстро загрузилось. Test subjects may experience symptoms of mental defects after long-term chemically induced hibernation. You will now participate in a brain damage evaluation survey to determine just how damaged your brain is. If you believe your brain is sufficiently operational, press the button in front of you and continue the test. Не уверен, я пошел, до свидания, выпустите меня отсюда. Черт. Ну, давайте потерпим немного, может какие-то фразы всплывут хотя бы. Но это, конечно, маловероятно. Тут что получается, 9? Да не, не может быть, что всего 9 камер. Маловато как-то выходит. Ну и чё? Реагировать будешь? Ну, судя по всему, нет. Very good. Please walk through the portal and continue testing. Your self-reported status is more than sufficient for testing. О, смотрите, от портала-то свет исходит прям. Особенно от оранжевого-то хорошо видно и в такой полуосвещенной комнате. Да, я же говорил, тут со светом поработали прям. Окей, ладно. Кубик. Это слишком просто. Давайте что-нибудь посложнее. Че, даже наверх не залезем? Я думаю, что тут как-то сложновато будет. Be advised that noticeable damage to eyesight is not part of any test protocols, but is an unintended side effect of the Aperture Science Material Emancipation Grill, which in semi-rare cases may emancipate some of the light-sensing rods and cones inside your head. Жуть. Так, ну чё, видим портал Ган? Прям первый портал, да? Так, погоди. Да, мы отсюда туда не попадем. Забираем портал ган. You are now in possession of the Aperture Science handheld portal device. As a candidate for the human emergency response team, you are expected to adapt to all dangerous situations, and as such, will not be informed about the device's safety hazards. Так, куда нам вообще идти? Туда, наверное. Или мы отсюда пришли? Так, оки-токи. А выход-то где? А! Ты горящаяся дверь. Ну вот и первая камера, судя по всему. И у нас однопортальный портал Ган. Ух. И... А, я думал, вот не конец. Сейчас переведут в другую камеру. Ну, блин, загрузки ультра быстрые прям. Your performance in the next test chamber will be timed to measure puzzle solving and execution speed during extreme wind and weather conditions. In the rare case that wind and weather conditions appear to be ordinary, please stay idle in the entrance foyer until the desired conditions are met. Так, погоди. А, ну ладно, правильно понял я. А ветер-то, ты к чему победу? Просто я недавно играл одну камеру сообщества с ветром. Там он был.
Так, ну пока все ультра просто, а. Ну, возможно, сделано для тех, кто давно в Портал не играл, захотел с этой модификации начать. И вот он, пожалуйста. Погоди, погоди. Раньше разве... да. Ладно. Не проблема. Теперь забираем кубик. И ставим вот эту ультра крутую кнопку. And stop. Congratulations, test subject number one. You have set the world record for this exercise, and now officially hold first and last place on the leaderboard. Круто. Ты всем так говоришь? Okay, what do we have here? The next test may contain concentrated amounts of electromagnetic radiation that may be harmful to the retinas of some humans. The Enrichment Center recommends to solve this test with closed eyes, as health insurance will not be provided for this specific exercise. In case the light-sensing rods and cones of your eyes have previously been emancipated by an emancipation grill, feel free to ignore the prior warning. Ладно. Ну, короче, тут очевидно, нам нужен куб, который... Куб преломления, короче, который перенаправит лазер через портал. Но для начала нам надо этот куб достать. Давайте гадать, где... А, ну вот... Это оказалось довольно недолго. Угу. Значит, это у нас открывает портал. Ну, дверь. А это чё? А, это типа озеро, походу. А, специально игру сохранили перед этим. Блин, ну загрузки прям вообще капец быстрые. Это круто. А, даже портал не могу там ставить. О как. А какой-то смысл? Есть идея, как можно это сделать. Все, я гений. Смотрите-ка. Гениально ведь придумано. Лазер не жжет. Спасибо. You have completed the test. If you have not done so already, you are permitted to open your eyes. Спасибо. Так, ну похоже все, вторая камера пройдена. Уверенно идем вверх. Before starting with the next test chamber, we would like to remind you that so far, no experiment has yet unproven whether or not weighted storage cubes are not incapable of not feeling pain when being emancipated. Так, что тут у нас? Так, это куб должен упасть. А. Не чувствуют кубы боли, все. Точка. Это обычные кубы. И что ты можешь об этом знать, а? Ага. Ну, окей. Это решается довольно просто.
теперь нам надо на ту сторону. Вуаля! Два куба. Ура! Наконец что-то посложнее. Так, портал где основной? Погоди. Хотите сказать, здесь нету оранжевого портала? Ха. Забавненько. Ну это странно. А как это я должен ее решать? Ладно. Тут придется пожонглировать кубами. Как раз на этот случай эта кнопка нам и нужна. Просто поменяем местами это все дело. По-моему, куб чище стал. Такой четкий. HD-текстуры. Уже шестая камера это. Воу, я думал только третья. Well done, candidate. You have successfully solved 5 test chambers. To ensure a high quality of human resources, the following test chambers may include elements of danger. Extra caution is advised. Good luck. Пока что очевидны элементы опасности. On behalf of the Enrichment Center, I wish to apologize about the current state of our testing facility. Due to technical difficulties, we are unable to provide an experience of suitable quality at this time. Так, нам надо бы найти место, где мы можем портал запульнуть. Так, это хорошо. А как нам обратно достать этот куб? При движении звуки, что ли, издает, я не пойму. Это заметил еще в предыдущих камерах, но мне сначала-то показалась фоновая музыка всего лишь. Куб с динамиком! Они реально живые. Офигеть. Блин. Чертовски здорово придумано. Осталось только всего лишь лазер направить, куда надо. И дело сделано. Not bad. Так, а это что за дверка у нас? Хуба. Что за камера, в которой были? Нет, не уверен, что мы в ней были. Хотя кажется знакомой, но все-таки. Что вы тут смотрите, интересно? Как люди куб ставят на кнопку? Очень интересный экспириенс. Так. А, ну это мы только что оттуда вернулись. Ушли с той камеры.
Дело сделано. As a consequence of semi-recent events, some aerial faith plates could be misconfigured and launch objects into arbitrary directions. Be careful. Чё, прям буквально что ли на рандоме, как хочешь? Well, that's definitely wrong. Give me a second. There. Try that. Good. That faith plate is now properly calibrated. Что насчет этой панели? Офигеть! So that's why there are holes in the ceiling. Это было неожиданно. Так, хорошо. Куда нам прыгать, собственно говоря? Вот здесь есть портальчик. Блин, ну это офигенно придумано, на самом деле. Так. Блин, знаете что? Надо было портал для начала поставить, что ли. Да, вот так. А вот теперь уже прыгать. У-ху-ху-ху. Ну, ради такого вида я прыгну даже еще разок. Так, а теперь рандом момент. Попробуй поймать куб в воздухе. Офигеть, поймал. С первого раза причем. Так, супер гуд. Осталось понять, как нам туда попасть. А что у нас так? А, все. Да? Я не вижу, где цель моя. О, шарик где-то должен быть. Шарик, 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 где ты? Опять будет по воздуху прыгать, гулять. Так. Одной проблемой меньше. Теперь давайте запыльнем шарик туда. Так, а тут загрузка работает. Давайте последнее автосохранение. Не хочу перепрыгивать по новой. А погоди, зачем нам вообще прыгать? Это мой тупизм. Просто запыляем шар сюда. Все. Зачем за ним скакать? Well done. From now on, all aerial faith plates should be configured correctly. I promise. Не верю я в твой промис. Candidate, you are nearing the final test chamber. Solving this last chamber and completing the testing track will grant you membership into the Aperture Science Human Emergency Response Team. Ультра простые кабели, конечно. Как легко стать кандидатом наук или кем там в Aperture Science, короче, попасть ваш. Так, что у нас тут? Так, 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 нам нужен куб. Очевидно, куб лазерный. Эта штука у нас поднимает платформу.
Нам бы в тот момент быть именно там. Окей, рановато, возможно, для лазера. Давайте-ка пока кнопки пожмем. Как? Да, я даже не представляю себе, как туда успеть попасть. Так, испытание резко стало сложнее. Ну, типа, смотрите. Значит, мы начинали здесь, чтобы подняться наверх. Нам надо, чтобы в момент, когда лазер доходит сюда, мы стояли на кубе. На кубе, на платформе. Ну, что, это не проблема, в принципе. Смотрите, я могу сделать вот так. Не, оно прямо в гнездо попадет. Все, оттуда мы уже можем поставить портал и попасть куда надо. Все. У нас есть второй куб, у нас есть второй лазер, который очень рвется сюда. Ну, с кубиками, думаю, понятно, что. Мы его на кнопку поставим. Теперь нам надо ту же всю махинацию по новой проделать. Снова здесь оказаться. И уже вот отсюда вам нам надо переправить куб по новой. That's all. As a reminder, your Aperture Science provided health insurance does not cover injury or fatality from immolation from the Aperture Science Hard Light Bridge. Rest assured that unlike your fragile human tissue, all Aperture Science equipment has been built to withstand temperatures of up to 4000 degrees Kelvin. Ну, суть по всему, мое тело тоже выдерживает, а лазер спокойно проходить могу. Хотя вряд ли там 4000 градусов. Так, что тут у нас? Куб. Первая мысль, которая прям предлагается попробовать поставить куб сюда. Но оно просто отключает поле. Ну, это, видимо, понадобится. Опять же, жонглирование кубами активно очень применяется здесь в первых камерах, эта методика. Так, супер гуд, мы попали сюда. Что-то я смотрю, прям много сейв-моментов каких-то. Панель веры тут. И практически полное отсутствие портальных поверхностей. То есть здесь, в этой комнате, не попасть, допустим, туда, например. Нам надо, чтобы здесь куб оказался. А, все. Я увидел портальную поверхность. Сейчас все сделаем.
По фэншуй, по красоте. Да, придется спуститься и опять портал поставить, потому что надо сюда пройти. А портал, кстати, тоже свет идет такой приятный. Да, со светом прям хорошо поработали. Капитально, я бы сказал. Ну вот и все, это последняя камера, я так полагаю, в первой главе. Опа. Congratulations! You did it! I'm sorry for the surprise. Current testing protocol demands I dispose of all test subjects, so I had to intervene before you were, banned. I'll be honest with you now. There is no Aperture Science Human Emergency Response Team. I made it up. Sorry for lying to you. Before I can explain why I brought you here, we need to get you registered as an Aperture employee. We don't want security systems to hunt you down after all. The Guardian and Intrusion System doesn't like it when test subjects escape the chambers. There's a security checkpoint nearby. Follow me. Так просто решил подружиться со мной. Ладно. Кубик. Кубик. Шарик. Какой-то белый лист бумаги. Чё, нажми на эту большую красную кнопку, да? Ну и чё? Dark in here, isn't it? The checkpoint is right there. Да-да-да. Ну, я сначала пойду туда. Ха. Ну окей, видимо, значит, кнопку надо нажать. Maybe you can get through this stationary portal emitter? Да, где портальную поверхность отыскать? Ну вот. Как удобно здесь поставили портальный излучатель. The controls are manual, so I can't help you. Got a clue? А какие же могут быть идеи? Интересно, зачем такая большая красная очередная кнопка? So you have to stand in the scanner to get registered. Any plan how? А, понял. Сейчас сделаем. Oh, good idea. I think that did the trick. Good. I can now register you as our new janitor. Welcome to Aperture. You can call me Sterling. I'm the facilities manager and your new supervisor. Спасибо, уборщик. Испытуй бы теперь. А что дальше? We have no time to lose. Right this way. Я сюда пойду, посмотрю, что тут. Я очень любопытный. Мне очень интересно. Но, блин. Темно тут. Well done. Not everyone gets this position, you know? You should be proud. Хм, альтернативный путь, можно сказать. Cleaning up after humans that don't exist anymore. Ну ладно, давай же мы откатим на кнопку. All right, then. Up we go. Куда мы вообще отправляемся? Что мы делать собираемся-то, а?